Бизнесмены попросили амнистировать выходящие из тени компании. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с просьбой реабилитировать от налоговой и уголовной ответственности компании, которые занимались теневым бизнесом, но решили вести дела прозрачно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на инициативу сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова Данильяна. Письмо поддержали «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей. Его отправили министру финансов Антону Силуанову и в Минэкономразвитие. По инициативе отмечается, что некоторые деловые объединения уже занимаются выводом компаний из теневого бизнеса с поддержкой Генпрокуратуры, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы. «Деловая Россия» называет большой проблемой тенденцию недоверия компаний к органам контроля и надзора. Это создает страх попасть под поток проверок в случае легализации деятельности. В инициативе идет речь не только об амнистии, но и о запрете избыточных проверок. Пока у меня все, еще больше новостей из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!